Приветствую вас. Если вы смотрите это видео, то я подозреваю, что вы наверняка столкнулись с проблемой спама на своем сайте. Как правило, спам приходит автоматически с помощью каких-то программ, скриптов и так называемых спам-ботов. Бороться с ним можно, я покажу один действенный способ, но до этого немножко теории. Мы создадим в существующую форму, добавим скрытое поле, то есть input с типом hidden, и с пустыми значениями, то есть value у него будет пустое. И по нажатию кнопки отправки самой формы мы будем добавлять в это скрытое поле какое-то значение, ну так называемое секретное слово. И на стороне сервера, то есть в PHP, сделаем проверку. Если это поле не заполнено секретным словом, то мы форму отправлять не будем. Все достаточно просто. Давайте приступим. Итак, давайте представим, что у нас есть landing page с двумя полями, куда клиент может ввести свое имя и email и отправить данные для связи. Скрипт отправки сообщения у меня уже работает, и можно проверить, как он отправляет письмо. Здесь есть некоторые проверки. Письмо попадает в локальную папку temp email. Так оно выглядит. Имя, email клиента. И файл со стандартной отправкой письма. Вот функция mail. Итак, что нам нужно сделать? Нам нужно добавить в HTML форму. Вот она. Дополнительное поле, скрытое. С типом hidden. И у него будет ID secret. Вот здесь. Name secret. И пока пустым значением value. Здесь мы его примем переменную secret, и сделаем небольшую проверку перед функцией отправки сообщения. Вот здесь пишем if, если secret не равен какому-то секретному ключу, мы, например, напишем secret key, пускай будет, то мы просто возвращаем эту форму обратно. То есть сообщение отправлено не будет. Return false. И если мы сейчас попробуем заполнить поля и отправить сообщение, то здесь мы его не увидим, оно не отправится. Теперь нам следует написать небольшой кусок JavaScript кода, чтобы у нас все заработало. Идем в HTML, здесь пишем переменную. И также напишем функцию по нажатию на кнопку btn. Мы берем нашу переменную secret. Пишем value и равно secret key. Вот таким образом. То есть по клику на кнопку
у нас будет заполняться вот это значение value. Secret key. Давайте проверим. Откроем исходный код. Найдем это скрытое поле. Вот оно. Если я сейчас кликну на кнопку, то она заполнится секретным словом. Оно заполняется и отправляется на сервер. Давайте проверим. Сейчас я удалю все сообщения. И сообщение отправлено. То есть, если это будет бот, а бот нажимать на кнопку не умеет, он автоматически отправляет сообщение, значит, сообщение отправлено не будет. И его может отправить только человек живой. Ну, живых людей, спамеров не так много, поэтому ничего страшного. Ту же процедуру можно проделать с различными движками, типа WordPress. Вам нужно найти форму, где она находится в файле темы, скорее всего. И также найти файл, где эти данные принимаются и отправляются на почту. Как видите, все предельно просто, и сложности у вас в этом возникнуть не должно. Внизу я оставлю ссылку на сайт, где будет описание и пример кода. На этом все. С вами, как всегда, был Александр. Можете подписаться на канал. До новых встреч!